Или зайди на сайт, почитай. Так гады, и не говорят же ничего, сами гаишники останавливают. Езжу каждый день. Так и им же выгодно. Оно же чем ближе к декабрю, тем дороже будет. Как с номерами было. Дошло до 12 тысяч. Обалдеть. Я перед тем, как менять, у меня тоже сведения разные были. 4, 5, 6. Нашел концы, за 5 сделаю. Так я когда делал, человек, который это делал, говорит, мне 40 говорит, пакетов документов, 40 человек сейчас меняю сразу. Я говорю, а законно? А законно, говорит, нереально. Они там типа делают вот определенное количество людей в день пропускают. Ну, да. А на сегодня уже набрали, все. И так каждый день. То есть уже набрали. А набрали уже, естественно, кого. Вот у меня он один, да, одного только знаю, который законно менял. Говорит, то, что я тебя в отпуске, говорит, целый месяц сюда ходил. Делать нечего. Даже справку еще, чтобы получить дурдом. Подхожу у этого на охране, спрашиваю, какого окошко мне, как карту взять. Туда-туда. Подхожу туда, там очередь большая. Спускаюсь на справку счет, написано любое окно. Он не мог сказать, что любое окно. Я думал, уже домой. Получил справку счет товарища там. Надо автоматом и категории открывать. Ну, категории это дополнительные другие. Не знаю, как сейчас, до войны тогда достало каждой категории по 1500 гривен. А сейчас 1020. Ну, ты считаешь, по 200 баксов за категорию. Работаешь. А где работаешь?